Ассаляму алейкум, урметли сиарджилера. Добрый день, дорогие друзья! 18 мая, онся казанджи маес, это кровавая дата в истории крымско-татарского народа. Сегодня в Алевбе говорим о депортации. Депортация, сюргюнлюк, а также можно сказать сюргюн этуф. Для многих людей железнодорожный вокзал – это ассоциация, связанная с путешествиями. Но для крымских татар поезда – это напоминание о депортации 1944 года. Изгнать с родной земли – догмошто прахтан сюргюн этмек. Изгнание – кувма. Друзья, депортировать – это сюргюн этмек. Депортированный – сюргюн этельген, а также можно сказать сюргюн олунган. К огромному сожалению, сегодня большое количество крымских татар остается на чужбине. Но важно – возвращение. Крымские татары всегда возвращаются. Крым-татарлар – Эрвакыт кайта. На этом я с вами прощаюсь. До встречи в следующем выпуске Элевбе. Курушкенджи.